Председатель правительства Приморского края Вера Щербина в торжественной обстановке поздравила 12 лучших семей региона. Но только половина из них могут представить регион на федеральном этапе всероссийского конкурса. Вопросы демографии, они очень сложны. Это кропотливый труд. И сегодня мы будем пытаться найти ответы на те вопросы, на которые мы еще их пока не находим, или где мы не можем достичь того результата, который нам хотелось бы. Лучшим семьям Приморья вручили дипломы победителей, денежные сертификаты номиналом в 100 тысяч рублей, а также сертификаты на поездку в Приморский сафари-парк. Всего на региональном этапе было заявлено 89 семей из 30 муниципалитетов. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.